Команды выходят на построение. Вот-вот начнется программа масштабного фестиваля «Юнармии». Он вновь проходит на территории центра «Романтик». В начале торжественное открытие и подведение итогов прошлого года. Команда щелковских юнармейцев одна из лучших в регионе. Заняла почетное 3-е место. Ряды движения пополняются. Ребятам есть к чему стремиться и на кого равняться. Самым активным юнармейцам в день фестиваля были вручены награды. 19 лучших награждены медалями юнармейской доблести 3-й степени и медалями за заслуги перед юнармейским движением. Ребята принимали их из рук легендарной Галины Брок-Бельцовой, ветерана Великой Отечественной войны, штурмана экипажа 1-й эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка, единственной из ныне живущих женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика П-2. В присутствии других почетных гостей, ветеранов, летчиков, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и администрации муниципалитета. Лучшие из вас награждены за заслуги в юнармейском движении. Честь и слава вам, передовой лучший отряд российской молодежи. В рядах юнармии сегодня порядка 900 школьников городского округа Щелково. Фестиваль – долгожданное событие. В нем принимают участие ребята не только из нашего муниципалитета, но и из соседнего Лосино-Петровского. 250 человек приехали на фестиваль. Его название говорит само за себя. Мы вместе. Мы с вами проделали в этом году большой путь. Собирали гуманитарную помощь, писали письма, участвовали в соревнованиях. Впереди нас ждут не менее интересные, сложные мероприятия и испытания. Разборка, сборка автомата, снаряжение магазина патронами, надевание общевойскового защитного костюма, альпинизм, игра в лазертаг, бородинские городки, полоса препятствий и многое другое. Программа фестиваля насыщенная. Представлено 9 станций. Одна из них символичная и интересная. Здесь ребята изготавливают своими руками талисманы добра. Все то, что они сделают, будет передано бойцам на передовую. Эти птицы – символ мира и благополучия. Мальчишки и девчонки сосредоточены на задании, с таким вниманием изготавливают поделки. Молодому поколению важно поддержать русского солдата. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.